final pieces are coming together. Soon you will rule the Earth. Yes, yes. But where's the power source you promised me? It's all we need. I know where it is. We can acquire it from the mutants. The X-Men? Very well. I've planned for every contingency. I'll dispatch some associates to reacquire it. Brought you something, Professor. Figure this can help us find Magneto. The only thing I think it will find for us is unwanted attention. Oh dear. Oh, that doesn't sound good. And that doesn't look good. Привет, бойскауты, с вами Кьюбс, мы продолжаем проходить LEGO Marvel Super Heroes, сегодня мы играем за Джину Грей и за Циклопа. Это уже что-то новенькое, мы начинаем играть за Людей X, и, кстати, вот он наш синий спутник. А куда он нас ведет? Он нас ведет к поломанной двери. Ага, вот здесь огонь. Вентиль, а каким образом я могу это сделать? О, привет, кстати, Стэн Ли, как у тебя делишки? Стэн Ли, это хорошо. Так. Ага, я могу в него вселиться, класс, я играю за Стэна Ли. Это круто. И, кстати, мне в комментариях к прошлой части посоветовали посмотреть короткометражные мультфильмы LEGO Marvel Super Heroes. Как там называется, Maximum Overload? Да, ну то есть максимальная перегрузка. Вот, мультфильмы мне понравились, очень понравились. Скажу сразу. Так, что я должен сделать? Куда меня ведет? Что? А, стоп. Ну-ка, ну-ка, и чё? Ау, тихо. Что я должен сделать? Объясните мне. Сначала, наверное, не сюда. Сначала все-таки. Так, попробуй за циклопом. Циклоп, а ну-ка давай. Что ты можешь сделать? Скорее всего, нужно опять взять Стэна Ли. Стэн Ли. А, вот. Ну, все, я покрутил. И теперь у нас заработал шланг. Хорошо. И огонь потушился. Давайте сразу разберемся со Стэном Ли, что он там. Так, выключи. Отлично, мы его спасли. Хорошо. И да, что касается этих короткометражных мультфильмов. Они мне понравились. Я посмотрел все 5 частей. Я думаю, что больше не будет, потому что последняя часть была выпущена 3 месяца назад, по-моему, когда и вышла вот эта игра. Сделан мультфильм. Так, что здесь нужно сделать? Давай попробуем циклоп, может ты что-то... Нет. Чтобы поднять... А, поднять. И что я могу поднять? А, вот. Ну-ка. Опа. Соединяем, отлично. Нет, стой. Как-то мы, да? Не так. Я тоже заметил. Стой, опа. Тихо. Вот, соединили, отлично. Получилось что-то вроде логотипа. Все, включай свой... щит. И видяшка начинается. Ладно, после видяшки расскажу вам, наверное, про этот мультфильм поподробнее. И какие у меня на него есть планы. А теперь смотрим. Официально, профессор Чарльз Экзавьерс Институт для высшего образования это обычная школа. Но правда, это также служит домом и шелтер для молодых мутантов с экстраординарными силами, коллективно известными как X-Men. Come on, we need to rescue the students. Мы снова видим Дэдпула. Он у нас, видите, посмотрите, в правой стороне там вверху. Он просит, чтобы мы его спасли. Но, наверное, он потом убежит, как обычно. Мы его уже часто встречаем. Да, мы здесь нашли Джаггернаута. И профессор Икс нам говорит, что... там какой-то источник большой... А, это, да, Тессаракт. Мы же его за Росомаху как раз принесли сюда. Вау, мы можем чуваков кидать. Весело. Очень весело. А циклоп у нас может что? А ну-ка, стой, если задержать... А, ну то есть лазер, мы... видели похожее у кого? У человека факелом. То есть он тоже огнем. Эй, почему ты не умираешь? Я ж тебя. Ох, ты смотри какой, да? Ты думаешь, ты крутой? Нет. Мы круче.
Да, продолжу насчет этого короткометражного мультфильма. Вот, мне понравилось, там сделано все в стиле этой же игры. Но анимация там, конечно, чуть-чуть получше, все-таки это другой немножко уровень. Здесь катсцены в игре, а там уже целый мультфильм. Я думаю, вы сами понимаете, что там, конечно, анимация получше. Вот, шутки там абсолютно те же, что и здесь. Нет, ну, шутки не повторяются, я имею в виду, что уровень шуток тоже хороший, мне нравится. Такой легкий мультфильм, который можно посмотреть, а серии идут по 5 минут, где-то так, 5-4 минуты. И после прохождения этой игры я планирую озвучить, все это озвучить на русский язык, чтобы вы могли посмотреть. Но это будет уже после прохождения игры. Я думаю, это будет, ну, через недельку, может чуть позже. Вот, ну, в общем, ждите. Этот месяц, у нас март месяц получится месяцем Марвела, потому что я еще планирую пройти игру The Amazing Spider-Man, которая наконец-то у меня перестала лагать. Я там исправил ошибку с этими лагами. Вот, там игра, не знаю, с игрой поработали ужасно разработчики. Они ее не оптимизировали. Она лагает на картах, на видеокартах Radeon. Это вообще печалит. Вот, но так и не исправили, в общем-то, они эту ошибку, насколько я понимаю. Я ее не покупал в Steam, потому что я боялся, что, ну, не получится все равно поиграть. Поэтому я ее скачал, вот так вот, злостный я такой. А что, я не пойму, что нам нужно сделать, если честно. Я вот заговорился. Болтать это хорошо, но нужно, конечно, следить за игрой. Вот здесь у нас какая-то... Я понял, да, способности. А что я должен переместить? Ой, я как всегда... А что? Вот здесь что-то мигает. Подожди, выключи. Так, давай поищем. 100% я что-то упустил, да? А вот здесь у нас что? Здесь... А, ой, я понял. Там все плохо. Туда не стоит идти. Итак, ребята, я нашел, что нам нужно сделать. Нам нужно собрать лестницу. Я не знаю, как я это мог пропустить. Так, лестницу мы собираем, там у нас картина с Джином Грей... Джин Грей. У него немножко странное имя, Джин. Джин. Почему им... Я не знаю, кто так мог назвать девчонку. С одной стороны, неплохое имя, а с другой стороны, ну как-то Джин, не знаю. Мне не очень нравится. Да, она умеет у нас летать. Вот такое вот открытие. И, по-моему, не очень высоко. Я не знаю, я не могу выше взлететь. Это обидно. И еще она может проходить сквозь огонь. С помощью своего щита силового поля. Так, хорошо, нам нужно пройти наверх. Я вам просто показал ее способности. И у нас есть здесь картина. Мы с помощью этой картины, мы ее должны разобрать. А теперь циклоп. Ты там, наверное, пройти сможешь, да? Угу. Хорошо, отойди, пожалуйста. Сейчас будет очень жарко. И мы вырезаем X. Так, что теперь собрать? Собираем, наверное, что-то вроде замка, я не знаю. Какой-то терминал. И у нас открывается опять потайная дверь. Ага, вот он, чувак. Этот чувак тоже обладает похожими способностями. Он тоже может с помощью телекинеза всех вот двигать. О, Джаггернаут прибежал к нам. Ну, привет, чувак, привет. Ага, спасибо, он нам проломил вход. Или выход. И набежали опять помощнички Магнета. Удерживайте, чтобы... Да, я знаю, как это... А, да, у нас же здесь замочек. Замочек. И... Опа, расплавили, хорошо. Там у нас монетки, наверное, будут, да? Так, чувак, я не пойму, у тебя какие-то проблемы или что? А, даже не только. Не только монетки, но здесь можно тоже собрать X. Вот такой вот X. И собираем что-то вроде джетпака. Я эти джетпаки вообще не собираю. Ну, то есть, я мало нахожу всяких потайных штучек. Так, ну что, идем дальше. У нас здесь контрольная точка. Это, наверное, может сделать Джин. Да? Как ты это потянешь? Честно говоря, я не знаю, как ты это сделаешь. Нет, она не может. Это для другого персонажа. Скорее всего. Ага, вот он же Джаггернаут, он у нас тут по всему дому бегает, разносит двери, хотя ему двери-то и не нужны, он пробежал, и все, окей. Ему весело. Ага, в туалете у нас есть какие-то запчасти, или это не туалет, может какая-то подсобная.
персонажами, да. Мы снова можем вселиться. Так, и что? Я хожу, хожу, хожу. Давай попробую здесь что-нибудь починить, собрать. Собираем колоночку. А теперь нам нужно ее покрутить. Или что? А, все, мы уже все потушили. Вода пошла. Офигеть, а на двери просто одним щелчком пальцев. О, батарея, почему она светится? Я, скорее всего, могу... Да, нет, не нужно летать. Прекрати. Циклоп, а ну-ка попробуй с батареей что-нибудь сделать там, я не знаю, разбить ее просто. Не получится. Или это кабинка? Да, это, скорее всего, кабинка, я вижу там туалет. Привет, чуваки, у вас тут, я вижу, все хорошо, но сейчас будет плохо. Стоп, а это что был за чувак? У него из рук были, да, такие штучки? Но у Магнета же тоже есть что-то вроде своей команды. У него там суперзлодей. Вот, со своими способностями. Вот, я не знаю, может это они и есть, но как-то они выглядят не очень оригинально, то есть они все похожи. А, вот, вижу деталь. Они все похожи друг на друга. А, насколько я знаю, у него все там такие ребята оригинальные. И все, у всех разные костюмы. Так, теперь Джин. Давай разбирай все эти штучки. Кто там у нас висит? А ну-ка пойдем посмотрим. А, это Гром. Или как ее зовут? Ну, это жаба, а ее зовут, по-моему, Гром, да? Шторм. Вот, все, Шторм. Вспомнил. Я с людьми X вообще очень плохо знаком, если честно. Конечно, смотрел фильмы, мультики и все вместе. А, нужно управлять ей. Давай, 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 давай. Точнее, переключиться просто. Она довольно интересный, на самом деле, персонаж. И она умеет летать, это круто. Я бы хотел вообще поиграть за... Как же его зовут? Ну, такой вот фиолетовый чувак, который умеет телепортироваться. Вот он мне нравится в Людях X. А что такое? Ну, привет. Я могу что-то с тобой сделать или что? Ты у нас умеешь, наверное, тушить огонь. Я думаю, да. Раз у тебя есть воздух. Да. Хорошо. Джин, это, наверное, работка для тебя. Сту, подними. На место. Хорошо. Так, сделали. Пошел. И третий элемент нужен. И опять у нас здесь что-то светится. Так, может я... А кто может сломать? Вау. Пианино само заиграло. Я ничего не делал, ну... Ладно. Может я случайно нажал Бен? Возможно. Так, собираем монетки. Монетки нам никогда не помешают. Из этого я не могу, да? А, нет, могу. Стульчик собрать как раз. Из пианино мы собираем замечательный такой вырезной стул. Чуваки, у вас все в порядке? Вы как-то тут... Ладно, я с вами не буду, пожалуй, общаться. А, стул. Со стулом надо что-то сделать еще. Придвигаем, и у нас активируется, наверное, опять какая-то дверь. Нет, выдвигается реактор. Кто это может активировать? Ты что ли можешь? Ты зарядить это сможешь? Нет. Вряд ли это сделаешь ты. А, вот он у нас же. Человек, похожий на Тора. То есть у него такие же способности. И... Стол превращается чудесным образом в тайный проход. Окей. Эй, блин. Что за фигня? Я тоже хотел туда. Ну, окей. Меня не пустили. Вижу уже золотую дверь, которую нам нужно будет расплавить. И трое чуваков, которые думают, что они крутышки. На самом деле нет. Так, взлетаем. О, летает она. Она прикольно, да? Такой у нее маленький вихрь. Классно. Выглядит необычно. Все, я со всеми расправился. Да, очень быстро. Какой телекинез? Вы о чем вообще, ребята? Я здесь... Дверь... Я не пойму, Джина может что-то делать с этим чуваком или что? Нет, я вижу, да, там что-то светится еще. Или нет? Ой, боже мой. В общем, нет, все, идем дальше. Не обращаем ни на кого внимания, или что я должен сделать? Попробуй ты зарядить.
Так, и... Ой, я опять вас ударил, ребят, извините. Нет, все-таки я должен за Джину что-то... Да, вижу. Подключить. Так, сделано. И снова, да, все-таки нужно будет заряжать. Все-таки это будет нужно. Так, давай, Шторм. Куда ты пошла? Я же на X нажимаю. Ну, че? О, боже мой. Какая ты странная. Хорошо. Все заработало и открылась дверь. Почему-то здесь у нас очень мало видяшек. Я люблю катсцены, они мне нравятся. В этой игре они оформлены очень классно. И анимация на высоте, и шуточки, и куча персонажей. Так, ребята, вы, я смотрю, они вообще ерундой, если честно, занимаются. Зачем они пришли сюда? Они пришли сюда разрушать дом? Или что? Или захватывать людей X? Непонятно, чем они занимаются. Ой, чувак, я, наверное, зря это сделал. Так, ты можешь как-то здесь пролететь? Ой-ой-ой, ты падаешь? Серьезно? Какого черта? А ты тоже упадешь, только не говоришь... О, господи. Они умеют летать, но они не могут пролететь вот здесь, вот где нет мостика. А, это глупо. Ладно. Здесь у нас происходит сражение. Пира против Бобби. Бобби у нас... Что, Стэн Ли? Там где-то... Я слышал Стэн Ли. Так, заморозили мы. Огонька Айсберг. У него будет кликучка. Кликуха. Кликуха Айсберг. Я его помню. Еще по какой-то... Ну, старенькой довольно игре. Компьютерной. О! Колосс и Джаггернаут. Не Колосс, а Колосс. Да, потому что некоторые говорят Колосс, и как-то это неправильно. Я наконец-то понял, что нужно сделать. Нам нужно было вот этот фонтанчик заморозить, и получилась вот такая лестница. Так, по ней мы взбираемся. Привет, Стэн Ли. Как... Я могу тебя спасти как-то, нет? А ну-ка, ну-ну-ну, пожалуйста, спасибо. Черт! Никак я ее не спасу, да? А ну, еще раз хочу попробовать. Ну просто... Стэн Ли, ну как же я могу его бросить, этого чувака крутого? Не, не могу. Ладно тогда, Стэн Ли, прощай, потом я тебя когда-нибудь заберу, может быть. А может и не заберу. Так, возьми, пожалуйста, айсберга и... Айсберг, давай, вот здесь вот все поплавь. И можно сразу чуваков заморозить, если это... Да, одного заморозил. А, и второго заморозил. Все классно. Так, водичка, я вижу ее. Делаем мостик. Очень красивый мостик, кстати. Могу заметить. Чуваки, а ну-ка, я вас сейчас заморожу. Опа, опа. И разбивай их. Бэмс, бэмс, все, все просто. Здесь нужен росомаха, у нас его нет, поэтому мы идем дальше. Так, это может быть разморозить, нет. Здесь нужна, наверное, Джина. Убери эти растения куда-нибудь в другое место, спасибо. Теперь давай ты. Плавь эту штуку. Хорошо. Идем дальше. Мы должны кого-то спасти. И, кстати, здесь очень классный портрет. Это профессор Икс. Доктор Ксавьер. Мне нравится. Я бы себе такой портрет купил. Это что у нас? Это у нас автомат с водой, насколько я понимаю. И как-то с этим айсберг может, да, сработаться, но... Как нам это сделать? Как нам это сломать вообще? Ладно, потом. Огонь, огонь, огонь. Мы можем потушить, конечно. Сделаем это. Дом нужно спасти. Ага, и здесь тоже. Все, в камине тоже все тушим. Так, здесь уже потушили. Там уже просто... ну, скажем так, наложен эффект. Так, здесь тоже. За это мы получаем монетки. А здесь у нас есть книжный... Да, блин. Ой, извини, 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 пожалуйста, Джина. Я нечаянно. Так, давай. Ну, а, отодвигай. Опачки. Опять, опять. Все у нас здесь тайное. Так, давай, чувак. Что ты активировал? Активировал, наверное, поток воды. Нет. Это у нас... Компьютер. А, игра. Игрушечки мы любим. Игрушечки мы любим. А, нужно на все нажать. И сюда.
Так. Было легко. Учеников мы спасли, теперь Магнета нам что-то рассказывает. Давайте послушаем его. Так у нас его и нету. Он у, доктора Ксавьер. Ксавьера, а у нас его нету. Мы просто, скажем так, помощнички. И я же вроде, да? А ну-ка давай. Они разбивают? Нет, они даже не разбивают. Она очень слабая. Нет, она мне не нравится. Ты слабая. Так, а ты? Да, ты их разбиваешь, хорошо. Вот ты что-то полезное делаешь. Так, что у нас здесь собрать можно? Получилось. Какая-то непонятная фигня. А, и Джина нас может перенести на ней. Тогда есть смысл какой-то в этом. Так, циклоп. Давай я тоже залезу. А вы там оставайтесь, все, окей. Так, циклоп. Нет, циклоп. Расплавь-ка ты эти часы. Так, и монетки, да? Или стой, там что-то есть. Что-то здесь явно есть. Ага, лестница для ребят. Ну хорошо, все-таки я сделал все правильно. Это ж, там что? Вау, я думал, там нитка такая горящая. По ней, я думал, смогу пройти. Телекинез у нас у Джины. Джины Грей. Наверное, нужно сначала огонь потушить, я так думаю. Все-таки он как-то мешает. Так, ой, чуваки, извините. Не хотел, блин. Расплавьте меня, спасибо. Делаем мостик. Все. Так, ребят, не бойтесь. Все будет нормально. Теперь, циклоп. Так, ты чего здесь стоишь? Циклоп. Давай, расплавь. Так, раз. И два. Все, дверцы мы сломали. И Джаггернаут снова понесся. Давайте поможем ребятам. И что-то вроде мини-видяшки началось опять. Нужен другой путь. Хорошо. Мы постараемся его найти. Давайте. Это я не могу сломать. Да почему я ничего не могу сломать? В чем дело постоянно? Так, здравствуйте. Это кто? Как тебя зовут? Ладно. Это, наверное, ученики. Мы здесь уже были. И, кстати, Дэдпул куда-то исчез. Вау. Это Гамбит. Разве... А, Гамбит все-таки за нас. Я-то думал, уже Гамбит с Джаггернаутом как-то сдружился. Но нет. Слава богу, Гамбит еще за нас. Все, Гамбит его отвлек. И я теперь понял, куда нам нужно идти, что нам нужно делать. Сначала, наверное... А, где мы пройдем? Мы можем здесь пройти. Нам здесь намного удобнее будет. Так. Что, строить ничего не нужно? Хорошо. Так, попробуем сломать вот эти блоки. Так, давай, руками. Не ломаются? Добыть того не... Ну ладно. Тогда мы потушим здесь. А, здесь у нас есть. Давай, собирай. Рыцарь получился. И второй рыцарь. И снова что-то секретное. Ой, как я не люблю эти секреты все. Так, куда? Куда тебе ставить? Сюда, что ли? Я не пойму, куда тебя поставить нужно. Я так понимаю, сюда. Блин, не попал. Ну, подним... Куда? Эй, ты куда делся? Он пропал. Ребят, у нас проблемы. А, вот он. Как же мне тебя... О, поставил одного, отлично. Один заработал. Так, дайте мне второго. Куда вы его дели? Глупцы. Ой, глупцы. О, все. Оба заработали. Один красный, другой синий. Так, у нас здесь... Понял. Какой-то двигатель. Зарядить его может только Шторм. Шторм, давай, заряжай. Да ой-ой-ой-ой-ой. Как же тебя вот какой-то такой солдатик смог победить? Обидно, обидно.
А как же я, починю ее? Я-то не знаю. А, вот. Можно было и так это сделать. А теперь, наверное, направить нужно или что? Если честно, не особо понимаю. А, я понял. Накапливай энергию. Накапливай энергию. А, то есть она может стрелять. Так, теперь мы заряжаем. И замечательно. Снова секретный туннель. А, здесь у нас уже враги. Вот такая вот беда. Мы открыли какой-то секретный туннель, а там уже были враги. Плохо дело, плохо дело. Может нам зарядиться? А ну-ка давай, Шторм. Ты не ты, когда голоден. Заряжаемся. Все, сейчас всем будет плохо. Вот, вот это круто. Это мне нравится уже. Куда нам теперь нужно идти? Может зайти попробовать сюда? Вовнутрь? Professor X has agreed to let me care for the Tesseract. He has. Of course. He knows I'm good with technology. And he knows you'll double-cross him at the drop of your helmet. Well, that's no way to treat a lady, Summers. Make sure the children are protected. I'll take care of these two. No running in the hallway, please. How many times must I say it? No running in the hallways! Oh. Beautiful, isn't it? We seem to have upset the natives. Deal with them. Снова печальные новости. Магнета забрал Тессаракт, но к нам присоединился зверь. Это уже хорошо. За зверя будет поиграть. Любопытно, что он вообще умеет. Значит так, он неплохой боец. Дерется он, да, действительно неплохо. Так, что у тебя там на Б? Ну-ка, давай посмотрим. Ага, чутье. Ну, в принципе, предсказуемо. Он же все-таки зверь, конечно, чутье. Джин, я так понял, тебе эту штуку нужно ловить. Еще кидать будешь, чувак? Ну-ка. Я пытался словить, ну серьезно. Несерьезно. Серьезно, несерьезно. Так, одну сделал. Потом половим. Давайте сначала с этим разберемся. Так, два из четырех. И, скорее всего, здесь остальные два тоже есть. Так, поищем. Кажется, вот, нет. А, вот, вижу. И еще. Вот она. Последняя. Хорошо. Интересно, что нам за это дадут. А, нам дадут снова такой джетпак. Ну, это тоже неплохо. Это тоже неплохо. Я хочу попробовать. Как нам их ловить? Вот я просто не успеваю. Стой. Давай, сейчас. Я нажимаю на Б. Я успею. На тебе, засранец. Вот, это уже хорошо. Это уже лучше. Кто будет его бить? Кто-нибудь, давайте, лупите его. Вау. Ладно. Чтобы погасить огонь. Огонь. Гасить. Вау, ребята, хватит по мне стрелять. Блин, кто может уничтожить этого чувака? Зверь, а ну-ка давай разберись. Ты же у нас вроде мощный такой, да? Не, ну конечно, ты поменьше его. Даже, по-моему, и Халк поменьше. Нет, я с ним никак не разберусь. Он сам по себе там бегает, по-моему. Ну ладно, тогда будем уничтожать вот этих чуваков. А может я его могу заморозить? Не, никак. Что, кто там? Все, замолчали? Ну и хорошо. Так, тихо. Просыпаются. Опа! Дин-дин-дин-дин-дин, сразу всех заморозили. Вот этого чувака я сразу могу убить. Вау, там что-то есть. Там что-то... Так, а ну-ка собери.
Первый механизм пошел. И второй, давай, зверь, 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 прыгай. О, молодцом, молодцом. Что открыли? Кубик. И зачем он нам нужен? Из этого кубика мы собираем снова кубик. Или что? Что я собрал? Я даже не вижу. Уйди, пожалуйста. И куда это? А, это музяка. Уже во второй игре по Лего я наблюдаю какой-то магнитофон или сабвуфер, что-то типа того. Ну, в общем, это все связано с музыкой. А, он просто бежал на этот звук, я понял. Они его одурачили, чтобы он прибежал на этот звук. Оригинально. Оригинально. Так, заморозить, да. Да-да, блин. Заморозить. Морозь этого чувака, морозь, морозь, морозь. Согласен. Полностью согласен. Давай, Джина. Запульни его куда-нибудь. Снова на его место. Два сердца мы уже снесли, у него целых 5 сердец. Он даже сильнее Локи, но это... понятно, он-то помощнее такой, да? Целый шкаф, а Локи все-таки худенький, но зато хитрый. Худенький, но хитрый. И этот чувак снова хочет кидать. Держи. Мы еще одно сердце ему сносим. И проделаем, наверное, опять тот же трюк, да. Здесь у нас и дверь есть. И все для этого у нас есть. Так, давайте здесь. Ой, я кого? Я там своих заморозил, ну ничего. Огонь здесь потушим. Да, блин, надо встать все-таки в середину, а то этот чувак не успокоится. Так, стрелков мы тоже на время отключаем. Я думаю, они будут не против. А, теперь, что у нас с этой дверью? Пока деталей у нас нет, я не помню. А, вот детали мы отсюда взяли. Окей. Собираем раз. А вторую часть я не знаю, кто соберет. А, здесь уже другое. Да, зверь у нас умный. Это я знаю. Зверь у них самый умный. Что там? Это должна Джина сделать? Или что, это разрушить, наверное, нужно, да? А вот теперь Джина должна собрать часики. Или будильник. Это будильник, да, больше похоже на будильник. Джаггернаут, ты не хочешь посмотреть, что там за звук? Да. Попробуй это, ну-ка давай разгоняй со всей дури прям в стену. Побежал. Бэмс. Мы продолжаем. Нам снова нужно заморозить воду. Хорошо, теперь Джина, давай, запусти этого чувака. И, по сути, у него должна остаться одна жизнь. Так, да, одна жизнь. И сейчас что-то новенькое должно быть, мне кажется. Так, что ты будешь кидать? Ну-ка, жду, жду, жду. Так, давай, лови. Оу, здесь совсем другой расклад. Так, как бы нам с этим... Давайте разобьем. Стой, нет, что ты делаешь? Что ты делаешь? Вау. Класс, классный прием, мне нравится. Давай попробуем разбить эту штуку. Все разбить и собрать что-то другое. Получится у нас, нет? Странно. Так, а здесь... Я не думаю, на самом деле, что зверь потянет эту мощь. Нет, да. Все-таки здесь нужен только Халк. Только Халк может потянуть... На, вот, есть. Есть у нас детали. Так, делаем терминал. Давай, зверь. Ой-ой-ой-ой-ой, я думаю, ты подойдешь. Вполне. И у нас здесь экранчик. Экранчик, экранчик, экранчик. Я, если сейчас не особо понял. Что я должен сделать? А, вот, я понял, я управляю вот этой маленькой фигуркой. Теперь вверх. Вверх. Налево. Налево. Ну. Так, налево. И снова вверх. Давай, сделай это, сделай это. Отлично. Ну что, ты попал, Джаггернаут. Опачки, не ожидал, да? Сейчас мы тебя поставим, не бойся. О, мы у него сняли шлем.
done! Ты какой-то без шлема, очень страшный. А, да, мы можем его сейчас захватить и, наверное, вытащить. Ну, эти рукояти. Так, да, захватывай его. Я жму, 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 что? Окей. Так, давай, давай, давай. Ну, ладно, давайте раскидаем этих чуваков, нам, в принципе, не сложно. Ой, какой он сильный, он, по-моему, даже сильнее Халка, ребят. Что-то мне подсказывает, что да. Уж очень быстро он всех раскидывает. Да, и, по-моему, по, скажем так, шкафости, ну, он реально побольше Халка, я так считаю. Ладно, все, хорош, играться с ними. Идем к двери. И давай, вытаскивай. И замораживаем, все, последний раз, Джаггернаут. Мы тебя на кусочки сейчас развалим. Где наш айсберг? А куда делись другие члены команды? Они куда-то убежали, что ли? А, вот они. Так, а теперь нам нужна Джин. Джин Грей. Ты где? А, ты у нас заморожена немножко. Бывает. Давай, тяни, тяни. Кидаем его. В чем дело? Сядь. Точнее, встань. Ну-ка. И запускаем его. What does that even mean? Magneto got away. That is most unfortunate. I think that means we'll owe Nick Fury a few favors. Поздравляю, мы прошли этот уровень. Мне очень понравилось играть за команду Людей X. Они реально крутые ребята и очень мощные. Если вам понравилась серия, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои адекватные комментарии. Всем спасибо, всем пока!